Мешает реклама, нажмите стрелку в верхнем правом углу. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Феликс. Мы продолжаем наш экскурс по Америке. Сегодня большой государственный праздник – День президента. Как вы знаете, все праздники государственные отмечаются только по понедельникам, для того, чтобы люди отдыхали субботу, воскресенье и понедельник. Во многих магазинах такие праздники обычно идут в распродаже в честь Дня президента. Мы в одном из оптовых магазинов BJ's. В этом магазине есть абсолютно все. Это магазин-склад. Здесь есть товары на любой вкус. И, как обычно, цены немножко ниже. Почему? Потому что в этом магазине должны быть только члены этого магазина. То есть членские взносы платятся раз в год. Довольно недорого, $40 в год. И поэтому тут такие скидки. И плюс сегодня президент Day, будут еще больше скидки. Как вы видите, здесь товары на любой вкус. Электроника, вот, пожалуйста, отдел телевизоров, где самые последние марки телевизоров, самая лучшая электроника. И, естественно, цены здесь немножко меньше, чем в любых других магазинах страны. Также здесь прямо рядом с электроникой есть другие товары. Например, вот крепление для телефонов и айпэдов в машине. Также рядом лопаты для уборки снега. То есть, попадая сюда, здесь можно приобрести абсолютно все. От электроники. Вот, пожалуйста, ювелирные изделия, кольца с бриллиантами. Цены, конечно, зашкаливают. Ну, хотя у всех разные вкусы. Также можно купить мебель на балкон, во дворе. Также есть мягкая мебель. То есть тут разнообразие разных товаров на любой вкус и на любой цвет. В этом магазине можно купить вообще все. Пожалуйста, айпэды. А также электрические хитеры, которые можно управлять по телефону. Вы едете домой и через телефон включили отопление у себя электрическое, и к вашему приезду уже тепло в квартире. А вот мне очень понравился в этом отделе пылесосов. Вот хороший пылесос-робот, который задаешь программу, и он автоматически убирает в квартире, даже не надо присутствовать при этом. Также есть одежда детская, мужская, женская, абсолютно все на любой вкус. И сегодня, естественно, потому что President's Day, кроме того, что цены здесь ниже, плюс сейлы в честь президентского дня. Обычно люди покупают здесь хозяева магазинов, небольших ресторанов. И люди, пожалуйста, можно купить резину для машины. То есть это очень удобно. Это очень удобно. Покупаешь на год, платишь членские взносы, и в течение года можешь пользоваться. Если большие семьи, тут можно купить замороженные продукты, замороженные мясные продукты, любые. Это очень удобно. Мы, например, взяли такой членский билет, купили на две семьи по $20, и нам, и нашим друзьям очень, очень удобно.
отдел замороженной пиццы. Здесь очень удобная цена, в каждой коробке по 3 пиццы, и цена довольно приемлемая. И могу вам сказать, это моя любимая пицца фирмы Уна. За 3 пиццы 12,99. Я считаю, что это просто прекрасно. Вытащил из морозильника в духовочку, и через полчаса у тебя готовая пицца. Это набор коктейльных шриппы, уже готовые к столу, а также зелень свежайшая. Зима, февраль месяц, свежие арбузы, дыни. Это все здесь круглый год. Но скажу вам честно, это не тот вкус, который был у нас на Украине. Совершенно другой вкус. Ну и цены довольно неплохие цены. То есть тут все есть для удобства. Люди работают, зарабатывают и могут позволить себе такой магазин. Call center.